Округ Вестервальд – регион, известный своей природой. Здесь бьется зеленое сердце между миллионными Рейнско-Майнским и Рурским регионами. Отдых, релаксация, наслаждение свободным временем. Тем не менее, в этом центре Европы с годами возникла мощная экономическая зона. Здесь не только даются, но также и реализуются возможности. Средний класс представляет данный регион. Родину глобальных игроков на рынке и скрытых чемпионов. За несколько десятилетий успех был приумножен. Мы чувствуем себя здесь как дома, чувствуем необычайную энергетику от окружающих мест. У нас отличные сотрудники родом отсюда. Хорошее сотрудничество с высшими школами городов Кобленц, Зиген, Кайзерслаутерн, Ахен и так далее. И мы ни разу не задумывались о том, чтобы покинуть это место. ЭВМ с главным офисом и технологическим центром в Мюндерсбахе здесь как дома. 600 сотрудников по всему миру, в отделениях Китая, Великобритании или Австрии. Однако сердце компании бьется здесь. Вестервальд навсегда останется нашей родиной, нашим ядром и мозгом всей группы предприятий. Экскурс по экономике Вестервальда – это обзор всей мировой экономики. Многие сильные выдающиеся предприятия из этого региона уже сегодня определяют завтрашний международный рынок. В компании Hufhaus создают мечты о домашнем очаге, который становится оазисом спокойствия для людей. Инновационное ремесло этой компании исполняет желания, наполняя эти оазисы спокойствия строительными идеями, креативность которых зародилась в Вестервальде. Глобальными игроками данного региона также являются производители стекла и дизайнеры «Зам» и «Растал». Мировая гастрономия использует продукцию данных семейных предприятий. Медтехника фирмы «Штефан» является креативной кузницей, которая спасает жизнь по всему миру, и ее корни также находятся в Вестервальде. Сигнальная системная техника «ССТ» по всему миру заботится о безопасности железнодорожного транспорта и связанными с ним сетями телекоммуникаций. Сетевая структура также выделяет экономический округ Вестервальда из себе подобных. Тут успешно работают многие предприятия на национальном и международном уровнях, не забывая при этом использовать перспективное сетевое структурирование, например, инновационный кластер по металлу, керамике и полимерам. В кластере и МКК с успехом представлено предприятие ЛКХ «Кунststoffwerk Heiligenrot». Предприятие относится к группе Friedhelm Logruppe, которая успешно представлена совместно с фирмой Rital в городах Хоф и Реннерот в прочих местах округа Вестервальд. Как уже ясно из названия инновационного кластера и МКК, тема инноваций для нас является решающим критерием. Здесь, в Вестервальде, в Хайлигенрот и в регионе Монтабаур можно найти стандартные условия для них. Это как раз то, что отличает и МКК от всех. Отличает предприятие по металлу, керамике и полимерам. Данный регион является родиной для многих успешных предпринимателей вне зависимости от сферы деятельности. Сильные предприниматели среднего класса, инновационные скрытые чемпионы, а также глобальные игроки – все они называют Вестервальд родиной предпринимательства. Международный ведущий производитель высококачественной транспортной упаковки группа Schütz Gruppe работает в городе Зельтерс, по всему миру насчитывая 40 производственных площадок и более чем 3500 сотрудников. Семейное предприятие. Во всем мире они известны как основатели трендов и генераторы инноваций. Весь мир покорил Планоптик АГ из Эльзов, который является передовым технологичным производителем структурированных плат из стекла, кремния или кварца. Тут речь идет о работах с микронными величинами. Продукция из Вестервальда применяется в системной микроэлектронике, в таких отраслях, как бытовая электроника, автомобилестроение, авиация и космонавтика, химия и фармацевтика. Скоростная инфраструктура в регионах-метрополиях и менеджмент, ориентированный на экономику и ремесло. Сильное чувство свободы, огромная сила экономики. Свежий ветер Вестервальда поддерживает ясные умы и хорошие идеи. Развитый экономический регион в земле Райнланд-Пфальц, в центре Европы, со связями по всему миру.
Нередко молодые люди покидают родину, чтобы в другом месте сделать карьеру. Уезжают в крупные мегаполисы республики за высшим или среднеспециальным образованием. Однако тот, кто хочет добиться успеха в профессии, должен знать, что его место как раз находится в округе Вестервальд. Образование и наука. В данных сферах регион является передовым поставщиком услуг. Отличный выбор образовательных учреждений – от основной школы до университета. Профессиональные учебные заведения в Вестербурге и Монтабауре предлагают для перехода от школы к профессии идеальные места, оснащенные самой современной техникой, рассчитанной на приятный климат, способствующий к учебе. Здесь успешно закладываются основы для профессионального роста. В Вестервальде, как дома, чувствуют себя представители других учебных заведений, например, Высшей школы Германского федерального банка, который с 1980 года обучает свои руководящие кадры в замке Хахенбург. В другом замке расположена другая школа. Бизнес-школа АДГ Business School Высшей школы Штайнбайс Хохшуле из Берлина обучает своих выпускников в замке Монтабаур. В самую первую очередь регион Вестервальд является для нас центром Германии, поскольку наши клиенты и учащиеся, конечно же, приезжают из региона, но также и со всей Германии приезжают люди, восхищенные Монтабауром. Бизнес-школа АДГ Business School также связана с местной экономикой, например, с фирмой TubeTech из Нистерталя. Они предлагают обучение до степени бакалавра искусств. Экономика Вестервальда поддерживает связи также с иными образовательными учреждениями, например, высшими школами в Коблинце. Этот регион дает возможности, которые тут востребованы и популярны. Знания, полученные в высшей школе Коблинца, можно применить на предприятии ВВХ в Хершбахе. Здесь создают прототипы и сооружения для отечественных и международных клиентов. ФАУВХ, специализирующаяся на технике автоматизации и пресс-форм для литья под давлением, пользуется преимуществами сильной системы образования в регионе. Это также видно в студенческом кампусе Высшей школы Коблинца в городе Хёргренсхаузен. Растущий спрос промышленности на специалистов по керамике был удовлетворен отдельным учебным направлением – бакалавриатом по промышленной технике по стеклу и керамике. 120 студентов могут сейчас получить дополнительную степень магистра технических наук в сфере наука о керамике и инжиниринг. Сферу профессионального образования и переквалификации успешно развивает торгово-промышленная палата с помощью торгово-промышленной академии в городе Коблинц с предложениями по переквалификации от старта рабочей карьеры до сферы менеджмента. Ремесло также несет свои профессиональные знания на высочайшем уровне с помощью собственного технологического и металлургического центра. Его выпускники хорошо знают свое дело. А в научной высшей школе для руководителей предприятий города Валендар, ВХУ, студенты учатся в известной на международном уровне бизнес-школе. Высшая элитная школа готовит молодой руководящий персонал к профессиональной карьере в сфере экономики. ВХУ является детем региона, потому что она была основана по инициативе торгово-промышленной палаты города Коблинц. ВХУ и регион оказывают взаимную поддержку друг другу. Инновационным и перспективным выглядит не только сфера образования, но и исследовательская деятельность. В Хёргренсхаузен, в Европейском центре огнеупорных материалов ЭКРЭФ, закладываются знания из специальной области огнеупорной индустрии. Мы работаем вместе с инновационным кластером по металлу, керамике и полимерам федеральной земли Райланд-Фальц и научно-исследовательским центром керамики здесь, в Хёргренсхаузене, как в сфере технологий, науки, так и в сфере образования. Прочие институты, подобные инновационному кластеру по металлу, керамике и полимерам, также подчеркивают свой характер тесного взаимодействия по всему региону. Округ Вестервальд является привлекательным рабочим местом также для высококвалифицированных молодых специалистов. Процент безработицы в регионе находится ниже средних показателей по федеральным землям. Тесная взаимосвязь образовательных и исследовательских учреждений делает регион заманчивой многогранной альтернативой. Стремящиеся к карьере тут будут на своем месте.
Любой желающий понять историю успеха экономической зоны Вестервальда должен погрузиться в особенности этого региона, в его инфраструктуру, его связи и его природные ресурсы. Керамика имеет давнюю традицию в Вестервальде. В конце концов, регион сидит на ее источнике. Глина как сырье привязана к геологическим месторождениям в Вестервальде, и данный регион является центральным технически-транспортным узлом для любого вида транспорта в Германии и Европе. Глина из Вестервальда отсюда отправляется по всему миру. Предприятия, как, например, Георг и Шнайдер, успешно используют сеть отличных дорог в Вестервальде с короткими путями к автострадам А3, А45 и А48. А отсюда можно отправиться в порт на Рейне в город Бенсдорф, чтобы совершить отгрузку по реке. Но путь в Рейнско-Майнскую и Рурскую метрополии короток не только по дороге или по воде, но также и по железнодорожному пути. Благодаря приему ИЦЕ-экспрессов, вокзал в Монтебауре – двигатель экономического развития в округе Вестервальд. За полчаса оказаться во Франкфурте или Кёльне – это делает регион привлекательной экономической зоной для бизнесменов и людей-челноков. Маршрут для ИЦЕ-экспрессов между Кёльном и Франкфуртом также для предпринимателей из Вестервальда является надежным способом добраться, например, в аэропорты в городах Кёльн-Бонн и Франкфурт. А отсюда уже можно перемещаться по всему миру. Однако, даже имея глобальное мышление, не следует забывать о частном. Интернет-провайдер открытого типа United Internet AG имеет свои корни и главный офис в Монтебауре. Eins und Eins Internet AG составляет ядро концерна. И имея в своем портфолио такие сильные бренды, как WebDE, GMX, Versatel или Arsys, концерн является самым крупным поставщиком веб-хостинга в Испании. Ландшафт, производительность, люди, мы, вестервальцы, также можем кое-что предложить. Здоровое самосознание в здоровом регионе, выраженное в активном и доверительном сотрудничестве с коммунальными властями, палатами, объединениями и региональными банками и сберегательными кассами. У нас очень хорошая связь с общиной, коммунальными и окружными властями, и мы чувствуем себя прекрасно во всех отношениях. Это, конечно, местный патриотизм, ведь римский горшок – это традиционное изделие Вестервальда, и таковым оно должно остаться. Так же патриотично, как и с римским горшком в Рансбах-Баумбахе, думают многие местные предприниматели, у которых есть корни в регионе. Однако одного патриотизма недостаточно, чтобы найти и способствовать поиску новых идей. Пример. Группа предприятий Koch с главным офисом в Виргесе и прочими площадками по всей Германии являются профессионалами в строительстве крыш и фасадов, а также в производстве зданий и гелиотехники. Предприятие Векоплан из Бад-Мариенберга является лидером в сфере экологичной и мусороуборочной техники. Пулте Электротехник с офисом в Хайлиген-Рот является экспертом в проектировании, создании и обслуживании электротехнических сооружений. Эти три предприятия все родом из Вестервальда. Они пользуются преимуществами постоянного развития местной инфраструктуры. И они снова встречаются в сетях общества по содействию развитию экономики округа. Оно способствует коммуникации предприятий между собой и устраивает ежегодные приемы по вопросам экономики Вестервальда с информационными мероприятиями и проектами сотрудничества. Округ Вестервальд – это зеленое сердце Европы. Это мощная экономическая зона, образованная самой природой, приводимая в движение возобновляемыми источниками энергии, пестрая благодаря многогранному культурному ландшафту, живая и пульсирующая, связанная виртуально со всем миром благодаря широкополосному доступу. Регион в постоянном движении. А когда сюда придете вы –